6 километров проехал после обнуления. Ехал 40-60 колонной по поселку, без разгонов, без торможений. Вот такой расход на такой скорости. Продолжаем ехать колонной по трассе уже. Я думаю, где-то так и будет 5-5,5. Естественно, больше скорость, больше расход. Но на Туареге с двигателем 2,5 дизель, с пробегом 213, прибор поменял на цветную. Если очень жмет и в баке осталось совсем немного, то можно и с расходом 5 литров ехать. Так, конечно, никто не ездит. Но это видео снимаю для того, чтобы показать, что Туарег может есть такое небольшое количество топлива на сотню при таком режиме движения. Вот, чтобы понимали, где и как едем. Могу обнулить. Посмотрим, что покажет еще раз. Для меня вот эти показатели в автомобиле важны. Естественно, при покупке автомобиля в первую очередь интересует вопрос, сколько ест, какой объем бака, на сколько километров хватает. В моем обычном режиме 100-120 хватает на 800-1000 километров одной заправки. Ну и бак у нас 100 литров идет. Вот в среднем 9 литров расход при таких параметрах, которые я озвучил, 100-120. В городе 12-15. Была горочка небольшая, поднялись, поэтому расход приподнялся. Сейчас потихоньку падает. Плохо фокусируется. Темно. Скорость на приборке 55. По GPS детектор 52. Колеса у меня зимние, 265/60 R18. Гир ультрагрип АС-2, что ли, шипами. Сегодня у нас 18 октября. Зима еще не пришла. Кстати, 4,9 уже. Это чисто ради рекордных цифр. Снимаю видео. Я от этого обалдею. Редко, конечно, вижу такие показатели. Но все-таки для примера, с заправки ездил Тюмень, Курган и обратно 2 дня назад. 400 километров по трассе. 100-120, бывало и 130. И плюс 2 дня по городу. 9,7 расход. За пробег 478, средней скорости 58 километров в час. И накопленный пробег 10,7. Это за октябрь месяц. В начале месяца я обнулил. За пробег 1571, средняя скорость 37. Ну, тут все вместе, и трасса, и город. Расход, который я обновлял недавно.
я думаю, хватит. Понятно, что с такой средней скоростью 50. Кстати, давайте посмотрим пробег 3 километра. Средняя скорость 53. То есть с такой средней скоростью будет 5-5,5 расход топлива при условии отсутствия горок, остановок, стартов, чисто при равномерном движении. Ладно, всем пока.